Всем привет, дорогие мои! С вами Кунова Аня, проект Faberlic Online. И в этом видео я вам покажу 3 или 2 коробки, еще пока не знаю, но огромное количество продукции. Итак, первое — это то, что я на постоянной основе заказываю. Баллы в компании Faberlic за покупку пакетов не начисляются. И мне это действительно часто пишут. Но я беру пакеты компании Faberlic, потому что они, во-первых, очень крепкие, прочные, удобные. Их на очень долго хватает. И плюс ко всему, они идут биоразлагаемые, которые безопасны для природы. Артикул у таких вот малышек пакетиков очень классных. Артикул 781-224. Но еще потому, что они стильные, клевые. И в них даже что-то подарить будет очень даже прикольно. Далее я купила себе такую вот красоту. Это повторные я взяла. Почему? Вот там еще одна пара, две пары. Потому что они мне, ну, очень понравились. Вот посмотрите, какие они хорошенькие. И вот сейчас, пока еще у нас тает снег, но уже тепло, в них ходить, ну, просто одно удовольствие. Во-первых, высокая подошва. Где-то какие-то, например, там лужи не совсем глубокие. Отлично, они справляются. И они легкие, классные. Я не могу сказать, что у меня в них там нога потеет, еще что-то. Я приехала в них, например, да, в офис Faberlic в Москве, то есть я ездила в них в Москву, отработала весь день, и в них же уехала домой. Ну, единственный, наверное, минус — это белые, да, на белых все видно, но в принципе и на черных, и на белых грязь видна. В общем, такая вот красота. Там у нас с вами внутри есть стелечка. В общем, кеды очень достойные, классные. Да, то есть такая вот стелечка обычная. Ее легко заменить, если вдруг что-то не понравится. Длинные очень шнурочки. Тут еще есть одна дырочка, как видите. Подъем-взъем очень хорошо регулируется. В общем-то, без нареканий. Поэтому в запаснике. Я себе взяла еще две пары таких вот кроссовок, потому что у меня очень много путешествий, и 38 размер, они идут очень хорошо для меня лично, размер в размер, я в них кайфую. Прям как будто, вот знаете, как будто на меня созданы эти кроссовки, очень-очень хорошо, вернее кеды. Артикул 886-639, размер 38, искусственная кожа и текстиль. И смотрятся они клево, сами посмотрите. Вот еще две пары я таких вот взяла, тоже видите, артикул 886-639. Я очень люблю удобства. Я их ношу совсем. Вот, вы знаете, абсолютно совсем. И с пальто, и с джинсами, и пиджаком. Такой полуделовой стиль. Ну, просто вот великолепно. Съездила в Москву и увидела на одной из директоров точно-точно такие же кроссовки. В общем, прикольно и классно. Дальше. Вот такие вот супер огромные пакеты, как мы их называем, да. Такого вот красивого лилового цвета. Они тоже идут с такой же ручкой, как предыдущие все, но они прям очень большие по сравнению с теми малышами. Значит, это у нас идет артикул 781-227. Тоже биоразлагаемая. Купила вот упаковочку. Не помню уже даже сколько штучек. Сейчас с вами посмотрим. Так, тут у меня пенка для умывания. Да, то есть это мой первый чек на 16 тысяч рублей получается. Так, где же тут пакеты? Вот я все взяла, получается, по 20 штучек. Да, на всякий случай взяла все по 20 штучек. А для чего? Для того, чтобы, ну, мне было бы удобно. Так, ну и еще следующая партия. Тоже такие вот интересные пакетики, которые мне безумно нравятся. Размер у них такой, знаете, самого обычного пакета из магазина. Артикул 781-226. Но стиль и цвет просто бомба. Следующая коробка довольно-таки объемная. Посмотрите, какая тут куча мала. Всего-всего на свете. Это просто круто и классно. Очень счастлива, что могу себе позволить всю эту красоту. Конечно, коробок мне пришло больше. Как вы догадались, это была наша однодневная акция, которая досрочно закончилась. И чеки тут очень даже впечатляющие. Да, вот видите, первый чек 37 тысяч. Кто подписан на меня в телеграм-сторисах, я говорила, что я заказывала на 92, но мне не дали утвердить на 92 тысячи. А мне дали утвердить только на 80 тысяч и не больше 100. То есть вот такая вот информация для вас. Это я уже делала на себя. И вот такие вот бадики, да, кому какие цены нужны. Это просто супер-мега-вау цены, потому что вот это вот один день акции, я набрала бадов всем, себе, родителям и так далее. Так, значит, поехали. Первый — это у нас эндокринная система. В первую очередь для меня это показалось, что это, знаете, вот чисто так вот на скидку, это энергия, энергетика прямо на клеточном уровне, на каком-то, да, хотя это вообще это тронку энзимку 10, как мы с вами понимаем. Значит, вообще хочется сказать, что вот все БАДы, молекула Force именно, да, все БАДы молекула Force, это биологически активные добавки к пище, которые разработаны для комплексной поддержки здоровья по системам организма. И все формулы серии любого
слова, да, молекула Форс, вы берете все формулы серии, усилены компонентом биопирин. Это запатентованный компонент экстрактов плодов черного перца, который увеличивает биодоступность активных веществ. У нас это все с вами усиливается намного круче, нежели какие-то другие БАДы, но ценник невысокий. Сейчас у меня в руке поддержка эндокринной системы именно для женщин, есть еще мужская. Она подходит для всех возрастных групп, при всех видах нарушений цикла, при первых симптомах менопаузы, осложненном климаксе и любых других фоновых заболеваниях. Ну, например, сильный человек полнеет и не знает, что с ним делать. Создана она для того, чтобы поддерживать всю эндокринную систему. Она нормализует гормональный фон у женщин, она способствует правильной клеточной регенерации, нормализует нервную регуляцию, гормональных именно каскадов, модулирует эстрогеновые рецепторы, обладает высокой активностью в регуляции метаболизма эстрогенов и, конечно же, усиленная детокс-формула для синтеза эстрогенов. Значит, тут у нас с вами идет 60 капсул по 740 миллиграмм. Господи, не могу открыть. Кручу-верчу. И, конечно же, сама себе напакостила. Да? То есть такая вот капсулка. Сейчас такой вот порошочек. Ага, да, такая вот красота. Его можно, в принципе, открывать и так пить, кому неудобно глотать капсулки. Но мне очень удобно капсулки глотать, честно скажу, что у меня нет никаких проблем там. Но кому-то действительно нужно именно, чтобы вот было порошочком. 60 капсул по 740 миллиграмм. И самое крутое, что тут есть, это вдобавок ко всему, это семена пожитника, которые помогают снижению уровня сахара в крови, способствуют регуляции давления, стабилизируют работу желудочно-кишечного тракта. Вот, очень хорошо увеличился состав. В составе идет фукуса порошок. Он способствует правильной клеточной регенерации, поддерживает здоровую иммунную функцию. Далее диилдолин металл. Он способствует благоприятному метаболизму эстрогенов, поддерживает здоровье тканей, молочных желез, эндометрия и шейки матки. То есть вот такая вот красота, ребята. Угу. Да, ну тут срок, дата, все сертификаты, что это и халяль тут есть, и что их можно все принимать до единого, и свидетельство о государственной регистрации, пожалуйста, и все-все-все на свете, да, то есть рекомендации по применению по 2 капсулы 1-2 раза в день. Мой врач рекомендует их пить за 40 минут до завтрака вместе с остальными БАДами. А тут рекомендуется пить 1 раз в день во время еды, то есть у кого какие советы. Ну, у меня врач, она не только врач 30 лет практики, она еще и нутрициолог, диетолог, поэтому вот я ей верю, пью всегда все, что она говорит, и ни разу мне там ни плохо не было, ничего, у меня наоборот только энергия и здоровье прет. Тут еще в составе идет экстракт зеленого чая, как вы видите. Что он делает? Он нейтрализует свободные радикалы, а также помогает сохранять здоровую реакцию на метаболический стресс. Вот, поэтому тут прям вообще очень хороший БАД, суперский просто хороший, и я прям довольна, что у меня такое есть. У нас еще с вами есть эндокринка мужская, я тоже взяла, Антон тоже говорит, что прям очень много энергии, и друзья у меня говорят, все, кто вот у моего врача был на приеме, она вот это дело прописывала, тоже очень сильно хвалят. Значит, что же делает эта эндокриночка? Она у нас с вами идет как поддержка эндокринной системы для мужчин, то есть регулирует гормональный статус мужчин любого возраста, в первую очередь борется с андрогенным дефицитом. Это идет снижение уровня тестостерона и его последствиями. Ну, все мы знаем, какие последствия бывают, поэтому лучше попить, перестраховаться, это здорово и классно. Что он вообще делает? Эффективно улучшает функции центральной нервной системы, микроциркуляцию крови и нормализует гормональный фон именно у мужчин, устраняет последствия гормонального дисбаланса, восстанавливает связи эндокринной и нервной системы, идет по 60 капсул по 758 миллиграмм получается. В составе идет бакопа-манье, которая является антиоксидантом и источником жирных кислот, стимулирует иммунитет, способствует нормализации нервной регуляции гормональных каскадов, активно стимулируя синтез гормонов и чувствительности рецепторов андрогенов. Гуарана и лимонник китайский. Теперь я поняла, откуда вот я не дочитывала никогда. Я почему-то верю в компании, понимаете, до такой степени, что я даже никогда это не дочитывала, да, это дело. Значит, тоже такие же капсулки, очень похожи на предыдущие. Если тут внимательно посмотреть, то и раскрывать их не нужно. Вы реально увидите их состав и так, да. Да, тоже тут 60 капсул получается по 758 миллиграмм. И вот давайте о составе все-таки поговорим подробно. Все-таки это наше с вами здоровье. Как же доверять, если ничего не знаем? Гуарана и лимонник китайский стимулирует нервную систему, улучшает память и повышает работоспособность мозга. Фосфатидилсерин
улучшает память, обучаемость, снимает подавленное настроение, стимулирует общую активность. Фосфатидилсерин у меня сейчас пьет дочка отдельно. Мы специально отдельно покупаем на Вальберис или на Яндекс.Маркете, где вот это вот все есть. И вы представляете, а тут он есть в составе для наших с вами мужчин. Если мы хотим мужчин в хорошем настроении, да, и чтобы у него все было в порядке со здоровьем, вот эта вот штука для нас с вами. Кстати, очень хорошая дозировка фосфатидилсерина есть в балансе нервной системы. Поэтому, выпивая баланс нервной системы от молекула Форс по 2 штучки в день, мы с вами будем умнеть. Так, далее. Содержится дииндолметан, такой же, как в женском. Он оказывает многосторонний эффект на синтез гормонов. Далее, витамины К1 и К2. Они отвечают за регуляцию свертывающей системы крови и эластичности сосудов. Ну и, конечно, селен. Он выполняет важную роль в обмене веществ, о работе щитовидной железы, защите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Тоже есть все сертификаты, халяль, GMP и так далее. Это все есть, поэтому такие вот очень крутые БАДы. Специально, конечно, я знаю, что люди не любят подолгу слушать и смотреть, но, ребят, наше здоровье, ну как это медленно это не сделать? Дальше, репродуктивную систему я взяла, это все по нашей акции 6 апреля. Тоже очень классный продукт. Это у нас с вами тоже для мужчин. Конечно же, кто любит своих мужчин? Да, это поддержка репродуктивной системы для мужчин. Сочетает в себе два природных эффекта. Первый, да, улучшает и стимулирует метаболизм мужских половых органов, обеспечивает оптимальную секрецию и метаболизм тестостерона, положительно воздействует на общее состояние сердечно-сосудистой и нервной системы мужчин. То есть тут еще, видите, какой крутой бонус. Не просто там лечит, еще что-то, да, артикул 158.53. Восстанавливает синтез тестостерона, нормализует мужскую сексуальность, обеспечивает мощную стимуляцию обменных процессов. 60 капсул по 587 миллиграмм. Так, тут надо сделать немножко покрупнее. Чуть-чуть копнем опять-таки в состав. Это экстракт маки перуанской, который содержит амиды жирных кислот, оказывающие влияние на синтез андрогенов, тиоцианаты и глюкозинаты, которые оказывают ярко выраженный противовоспалительный и антиопухолевый эффект. Медь, железо, цинк, кальций, магний, фосфор, витамины группы В, витамин С и Е. Это все мака перуанская, представляете? Второе – это эпимедиум или горянка. Имеет в составе активный ингредиент икорин. Он является приниловым флавоноидом, повышает выработку тестостерона, действует как афродизиак. И L-карнитин, его вообще-то так-то вот чаще всего спортсмены L-карнитин используют, но это аминокислота, которая транспортирующая жирные кислоты в митохондрии клеток для их использования в общей массе тела и повышает работоспособность и выносливость организма. В синергии с дигидрокверцетином обеспечивает общую стимуляцию метаболизма. В первую очередь в центральной нервной системе, миокарде, мышцах и печени. Ну и, конечно, дигидрокверцетин, который способствует нормальному кровообращению. Дигидрокверцетин мы еще так просто берем с собой в поездке и пьем. В общем, такое вот классное средство. Все идет в капсулах. Капсулы можно раскрывать, смотреть. Вот такая вот красота. В общем, вот сколько я назаказывала. Репродуктивная woman, репродуктивная мужская. Некоторые вообще этот продукт обесценивают, хотя он прям, ну реально, кладезь всего на свете. Так, еще вот один чек у меня. Тут косметический гель. Signum Tvo. Не знаю, правильно, неправильно я его называю. Прошу прощения. Вот так вот, Signum Tvo. Да, и я заказала всего 2 штучки, но они вышли аж на 7415 рублей с моей 26% скидкой. Вот такой вот интересный продукт. Первый раз держу его в руках. И это абсолютная новинка, которой раньше не было. Это компания Чистота. Артикул 158.81. Вот его состав. Честно скажу, что я сейчас буду читать аннотацию с сайта. Очень мало аннотаций написано, очень мало всего написано, но очень сильно его хвалят в чате по Чистоте. Если вас там нет, то обязательно пишите мне в Telegram, в ЛС, именно в Telegram. Я вам буду ссылочку высылать, вы туда можете вступать, там уже 20 или 30 тысяч человек. Это очень круто, я пока заказала 2. Я так понимаю, стоять он должен в ванной, и наносить его нужно непосредственно на интимные зоны после водных процедур. И таким образом себя оздоровлять. Значит, тут заклепочка. Давайте с вами посмотрим этот гель. Вот такой вот он, зелененький, интересненький. Очень похож на Signum One. Сейчас посмотрим, как он засыхает или что-то с ним. Так, запах.
Запаха нет абсолютно никакого у него. То есть вот такая вот красота. Что о нем говорится? Это биорегулятор живой ткани, разработанный специально для женщин на основе последних научных достижений в области молекулярной биологии и медицины. В его основе лежат сигнальные пептиды. Это небольшие белки, которые играют ключевую роль в передаче регуляторных сигналов между клетками и участвуют в процессах регенерации тканей, восстановлении и поддержании иммунитета. И в наши дни все больше людей ищут способы улучшить свое здоровье, сохранить молодость и продлить активное долголетие. И как раз вот Signum Tvo – это уникальный и инновационный продукт на основе сигнальных пептидов, который станет нашим надежным партнером в нормализации женской микрофлоры. Он, значит, представлен в форме геля и легко впитывается кожей и слизистой, доставляя активные вещества прямо в клетки женских половых органов. Рекомендуется курсовое применение продукта, курс 1 месяц и рекомендуется 3-4 курса в год. Перерыв между курсами 1 месяц. Противопоказания – это индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Хранить нужно в защищенном от солнца месте при температуре от плюс 1 до плюс 30. Отлично вообще, можно с собой даже брать в поездки. Форма выпуска – вакуумный диспенсер и фасовка идет 100 мл. Вот такая вот красота, все вам показала. Будем тестировать и надеяться, что он нам прям поможет. Далее вот такая вот красота. Это травяной сбор контроль веса. Артикул 158.77. Стоит по моему ценнику всего 110 рублей. Представляете, как классно, что он делает. Вообще вся целиком серия Herbal Tea – это 100% натуральные травяные сборы на комплексной поддержке здоровья. Каждый из них имеет уникальную рецептуру, разработанную специально для направленного действия и решения конкретных задач. Это новинка из серии Herbal Tea нашей с вами. И травяной сбор контроль веса – это незаменимый помощник при похудении. Помогает контролировать аппетит, устраняет чувство голода, способствует снижению веса. В упаковке 21 фильтр пакетик. Давайте с вами его откроем. Криво открыла, да? Значит, 21 фильтр-пакетик на зип-замочке, что очень удобно, да. И фильтр-пакетики вот такие обычные. И там внутри идет уже травка. Я уже его пробовала, да, тут вы увидите его цвет, запах, консистенцию. И хочу сказать, что он мне не очень понравился на вкус, потому что я как раз-таки не люблю солодку, но эта солодка там, знаете, очень так это классно сочетается в плане того, что не сильно бьет в нос. Вот когда сильно бьет нос солодка, это, конечно, жуть для меня лично. Дальше давайте же посмотрим способ применения тут, где он выпускался, условия хранения и так далее. Тут очень много чего. Но самое главное, нужно посмотреть, конечно, же вот на этот состав. Понимаете, эти чаи даже имеют контроль технологии выращивания. То есть это очень такой ценный продукт, очень классный продукт. И все, кто верит в травы, понимают, что и вот эта вот вся линеечка, молекула Force, она тоже идет на травах. Итак, давайте же разберемся с вами, что тут для чего. Да, мята перечная, это натуральный антиоксидант, подавляет чувство голода, снижает аппетит, удерживает от переедания. Трава галеги. Очень интересная, да, галеги. Несколько раз перечитал, даже такой травой не знаю. А оказывается, она нормализует уровень холестерина, повышает работоспособность и нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта и играет важную роль в метаболизме, ребята. Трава хвоща используется против отеков, ожирения и снижает уровень глюкозы. Зеленый чай бодрит, оказывает антиоксидантные действия, устраняет ложные чувства голода. Корень солодки обладает мощным антиоксидантными свойствами, тем самым защищает печень от разрушительных действий некоторых вредных соединений. Корень лопуха очищает кровь вредного холестерина, токсинов, солей, тяжелых металлов. Корица молотая положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, помогая защищать организм от окислительного повреждения свободными радикалами. Экстракт джимнемы позволяет усвоению сахара, помогает уменьшить тягу к нему. И экстракт гарцинии снижает в крови уровень веществ, которые вызывают чувство голода, активно противодействуют ферментам, способствующим синтезу холестерина. В общем, ребят, такой вот чаек. Начала его пить, могу сказать, что на меня лично он очень хорошо сработал. И действительно, я ничего не хочу, я ничего не буду, мне ничего не хочется. Я понимаю, что у меня есть лишний вес, у меня там гормоны и так далее. Это сложно, конечно, вылечить там за пару лет, когда ты это набирал, лет 20. Но, конечно, он мне реально помог. Я смотрела, как-то, знаете, так пофигистически
прошу прощения за сленг, на шоколад, пироженки. Хотя вот когда мы были в Москве, девчонки их покупали, ели, им этого хотелось, да. Кто-то вино, кто-то мороженки, кто-то что-то, кто-то пироженки, конфетки. Я не знаю, мне как-то вот душа мира. Нету такого, чтобы я там очень сильно хотела сладкого, там очень сильно хотела чего-то там жирненького, да, там сальца и так далее. Как-то вот не было такого, чтобы я там реально сильно хотела чего-то там такого запретного, что там влияет плохо там на печень, еще на что-то. Но тут, конечно, еще нужно понимать тот фактор, действительно, оно вам надо. Вот эти все проблемы, которые влекут за собой переедание, они нам нужны. Пока мы не столкнемся с проблемами со здоровьем, вот лично как я столкнулась, да, то это действительно сложно. Конечно, все наши проблемы, они идут от нервов, и я это прекрасно знаю, это нервы, это психосоматика и так далее. Но когда уже проблема пришла, да, такая вот, как у меня начальная стадия, например, сахарного диабета, я понять не могла, с чего я полнею, а это оказывается на нервной почве еще и начальная стадия сахарного диабета. Ну, это так, между нами с вами, я думаю, никому чужие болячки не нужны, просто делюсь своим личным опытом, да, получается. И, конечно, вот этот самый момент, когда ты не знаешь, вроде бы ты все делаешь и спортом занимаешься, а оно все равно пребывает, начинаешь паниковать. И вот этот вот сахар-контроль, который я заказала по ВИПу и брала с собой в Москву везде и пила его, он действительно мне помог не хотеть кушать по полпорции, не по целой порции. Он действительно помогает, и это приятно. Я это почувствовала, поэтому рекомендую вам. Как вы видите, по ВИПу я заказала одну, но когда пришло время, я заказала аж целых 5 штук. Вот это очень круто, это очень классно. Я просто понимаю, что его сейчас схватит, потому что он реально вкусный, приятный, хорошо пьется. Поэтому я решила не тянуть с этим делом и реально забрать. Побольше, чтобы, ну, пока все нахватают, пока компания новая сделает, все равно будет какой-то пробел. Может быть, даже 2, там, пару месяцев, где-то 2 недели, да, где-то очень долго бывает. Поэтому вот так вот дальше, ребята, у меня радость. Потому что я очень давно это ждала. И тоже, как вы видите, взяла очень даже и немало. Это у нас с вами детский гель для интимной гигиены, который обеспечит нежной коже деликатное очищение, что очень даже радует. Значит, он реально такой густой, как вы видите. Видите, еле-еле течет. Также он идет с мягкой формулой, без парабенов, силиконов и СЛС. Специально, да, побольше, чтобы вы понимали консистенцию. Консистенция реально такая крутая, густая. У него практически нет запаха, что-то такое очень легкое, кисленькое. Он есть, но легкое, кисленькое что-то. Что-то типа персика, наверное. Уровень pH от 4 до 5. Легкий персиковый аромат, прям угадала аромат. Подходит для детей от 3 именно лет. Это бережный уход для счастливых детей. Как на сайте написано, да, очень интересно. Рада, как вы видите, тоже заказала уже не одну штуку. Я заказала 5, но ничего не влазит. В общем, убрала несколько штук. Тут вообще не все, что я заказала. Я люблю заказывать по 10. По 15 штучек, потому что много езжу, и с собой что-то брать, порой думаешь, блин, закончилось, а пока дождешь, пока привезут. В общем, это длинная история. Следующее, это такой вот гиалуроновый гель, очень сильно его люблю, много о нем не буду рассказывать, потому что он у меня очень часто в заказах, в пустых баночках во всех, поэтому артикул 2819, это мицеллярная вода, она эффективно увлажняет кожу, у нее обалденный приятный аромат, она бережно, реально бережно удаляет макияж с лица, глаз, губ, благодаря мицеллам, которые притягивают макияж и загрязнение как магнит. И также в составе идет гиалуроновая кислота, которая способствует увлажнению кожи, что тоже очень приятно. Большой объем у него идет, 270 миллилитров, то есть для меня это очень-очень удобно. Косметику я снимаю практически каждый день, я очень мало даю коже дышать без косметики, потому что много езжу и так далее. И, конечно, увлажнение, питание, хотя бы утром и вечером, ну, должно быть и присутствовать. Но не забывайте, это мицеллы, это моющее средство, оно смывает макияж. Если вы смыли макияж мицеллярной водичкой с гиалуроновой кислотой, не оставляйте ее на коже, все равно еще раз протирайтесь чем-нибудь. Ну, это как бы типа сухого умывания, да, чтобы в ванну не ходить, но можно и в ванной водичкой смыть. Это обязательно нужно все смывать. Далее, вот такая вот пенка. Это моя любовь. Пенки вообще моя любовь. У нее не очень приятный запах. Сразу предупреждаю, кто любит, чтобы было вкусно, классно, приятно. Нет, это не из той серии, но я все-таки, да, как вы видите, взяла ее немало. Это совершенная пенка для умывания. Она уже идет как ухаживающая, потому что из серии 40+. Артикул 0747. Мягко и эффективно очищает кожу от загрязнений. Действительно, очень мягко смывает макияж с лица и глаз. Действительно, хорошо смывает. Содержит инновационные ухаживающие компоненты, которые обеспечивают кожу
питание поддерживает водный баланс. То есть все отлично, все замечательно. Хочу эту пенку использовать, так как у меня ближе к весне каждый год очень сохнет кожа. Я прям не могу. Она сохнет до такой степени сильно, я не понимаю, что мне с этим делать. Но это, наверное, батареи. Увлажнители куплены, причем мощные увлажнители. Я показывала вам в прошлых обзорах. Все куплено, но это вообще нереально. У меня не получается. Все равно ухаживать за кожей надлежащим образом. Все равно она у меня прям сухущая-сухущая. Так, дальше. Не буду открывать. Вот у меня есть, ну, грубо говоря, вскрытая версия. Это мой любимый Signum One. Он шикарный. И я вам могу сказать, что сейчас я из Москвы приехала прям с насморком. И с превеликим удовольствием нанесла себе на миндалины и так далее. Было ощущение, что начинается температура. Знаете, когда вот так лихорадит и так далее. Я выпила иммуномодулятор Forte наш. Он у меня еще есть. Еще американская версия, как мы смеемся. Я выпила иммуностимулятор, да, иммуномодулятор Forte выпила. Я выпила C-комплекс от другой компании еще. Плюсом все это запила пиктовитой, и я почувствовала, что мне легче. Но когда я смазала нос, горло, миндалины внутри, снаружи, их можно везде смазывать, я только тогда почувствовала сильное облегчение, и как будто бы и головная боль тоже уже прошла. Вот этот вот момент, когда он облегчает все на свете, а не только мазать коленки, как некоторые, да, в своих описаниях описывают, это просто мега-супер-вау вещь. Что я еще сделала? Я сюда капнула малофтелина вот в такую кучку и просто нанесла полностью на все декольте. У меня ощущение, что у меня не вирус, а просто продуло, сильно продуло. Вот. На все декольте, на гланды, на миндалины, да, около ушей, которые находятся, на нос и на лоб. То есть полностью на все лицо малофтелин и вот этот Signum One с артикулом 158.15 я нанесла. А так, это универсальный биорегулятор. Он для хрящевых тканей и так далее идет. И плюс ко всему, его хвалят в чате чистоты, что аж прямо от гайморита до геморроя прям все излечит, излечивает. Вросшие ногти излечивает, гной выходит, прорывается, ногти не режут, к хирургам не ходят. В общем, средство крутое. Я так понимаю, мазать им надо все подряд. И я спросила, можно ли, например, да, вот мне сейчас 40 лет, все равно есть вот эти вот изменения, да, там коленочки и так далее. Можно ли, да, вот я хожу к массажисту, просто вот такую вот упаковочку, да, там может треть упаковки, да, там четверть, сколько получится, накапать просто в их масло, и вот пусть они с этим маслом мне делают массаж на все тело. Будет ли это полезно? Мне ответили, что это будет супер-мега полезно, если 10 дней смазывать все тело. Ну, это получается очень маленькая, да, дозировка, но я решила, что даже если у меня уйдет 2-3 флакончика на весь этот массаж, лишним не будет, организм будет хорошо. То есть я еще таким образом его попробую использовать. В общем, очень классная штука, буду петь оды ему всегда. У него, кстати, есть один недостаток, когда вы его наносите на лицо без малофтелина, без всего, просто чисто его, он так, знаете, засыхает, такой пленочкой сверху лежит и немножечко стягивает кожу, но не от пересушивания, а просто из-за того, что вот эта пленочка сверху лежит. Поэтому, кому это ощущение не нравится, его можно перемешать с любым своим любимым кремом. С аргинином, с пчелиным ядом, с кислородным бальзамом, с дневным, с ночным кремом, с чем угодно можно перемешивать, и тогда такого ощущения не будет. Ну и в чистом виде тоже хорошо наносить. Ну, в принципе, вот это вот последнее у нас с вами. Это мультивитамины. Все мы с вами понимаем, для чего они нужны. И это, конечно, здорово и классно, что они у нас есть. На данный момент у меня версия мужская. Именно эти мультивитамины и минералы для мужчин в размере 60 капсул я люблю отправлять на СВО. Ну, как бы помощь солдатам, да, я уже очень давно, больше года им помогаю. Каждый каталог на 200 баллов я отправляю продукцию в зону СВО. И, конечно, вот последние дни, вот именно эти БАДы. И мне даже передали лично спасибо за такие дорогие, хорошие, качественные БАДы, что очень сильно мега приятно. И, конечно же, у них еще и есть вот такой вот очень мега супер крутой состав. Очень крутой, очень клевый, и, конечно же, я очень довольна таким составом. И могу сказать, что пропив женские мультивитамины, у меня тоже очень много что встало на свои места, и настроение, и смена настроения, и вообще какая-то подвижность, какая-то радость появилась. Но мой врач сказала чисто и открыто, я ей верю очень сильно, потому что меня она вылечивает много-много от чего. Она сказала, что мультивитамины и минералы можно пить только тем, у кого более-менее нормальный иммунитет. Если иммунитет сильно слабый, то
патогенная микрофлора внутри организма бушует. А что такое патогенная микрофлора? В основном это гельминты, микроорганизмы типа лямблий, это грибки, это плесень, она может разрастаться. И вот кто это будет кушать, патогенная микрофлора или сам человек, это уже большой вопрос. Поэтому, конечно же, нужно пропивать обязательно антипаразит. Мне она сказала его пить месяц, за 40 минут до еды, ни в коем случае во время еды, она сказала, не пить, чтобы он на 100% подействовал. И получается вот такая вот синергия пользы. Но чтобы польза была вам, именно вам и вашему организму, нужно обязательно пропить антипаразит. Антипаразит, она мне говорит, пить наш тоже от молекулы Форс, это бывший либеровен, сейчас он так и называется, антипаразит. И потом еще плюс антипаразит от Фитополис, где содержится экстракт черного ореха. Вот такая вот красота. Значит, артикул 158-49, тоже все сертификаты, все здорово и классно и клево. В общем, мужчин тоже нужно и лечить и так далее, потому что чем больше мы в своих мужчин вкладываем, а мужчина, да, как вы понимаете, для нас мужчина это сила, ярая сила, это защита, это плечо, поэтому, конечно, своих мужчин нужно любить, ценить и уважать. С вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео и будьте здоровы!